Губернатор Евгений Куйвашев на встрече с заместителями председателя Кабинета министров Туркменистана обсудили перспективы сотрудничества свердловских и туркменских предприятий в сфере машиностроения и химической промышленности. Одним из проектов, которые могут быть воплощены в жизнь, является участие завода «Уралхиммаш» в реконструкции химического предприятия «Амара Азот». «Уралхимзавод», который здесь подготовил и готов к реализации серьезного инвестиционного проекта. Я думаю, что сегодняшние переговоры – это такой серьезный шаг к началу реализации этих проектов. Губернатор сообщил, что Средний Урал занимает 4-е место среди российских регионов по уровню концентрации промышленного производства. Регион по праву носит имя опорного края державы. Основу промышленности составляют машиностроение, в том числе химическая, металлургия, трубная промышленность, приборостроение. При этом ряд предприятий региона уже имеет опыт работы с компаниями Туркменистана или конкретные предложения по сотрудничеству. Трубная металлургическая компания участвует в поставках труб в рамках программы развития нефтегазовой промышленности Туркменистана до 2030 года. Сотрудничает с государственным концерном «Туркменхимия». Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» готова поставлять в Туркменистан специализированные железнодорожные цистерны для перевозки различных газов. Стороны в ходе рабочей встречи также обсудили реконструкцию химического предприятия «Мара Азот», входящего в государственный концерн «Туркменхимия» с участием в проекте Уральского завода химического машиностроения. «Мара Азот» является единственным в Туркменистане производителем аммиачной селитры производительностью 450 тысяч тонн в год. Однако в настоящее время предприятие немного отстает в развитии.